Привет всем! Если вы занимаетесь ЧПУ, либо только учитесь, эта программа во многом упростит вам работу. Она предназначена для просмотра траекторий, движения инструмента из файлов программ фрезерных станков ЧПУ. Программа ориентирована на трехкоординатные станки. Значит, вы можете загрузить G-код с помощью перетаскивания в окно программы, либо можете перетащить прямо на ярлык программы. Значит, вот у нас программа. Вы можете взять G-код, перетащить его и увидеть вашу траекторию. Также вот сам ярлык. Вы можете взять G-код, перетащить его на ярлык, и программа откроется. Ну, у меня программа открывается на другом мониторе просто. Так, перетаскиваете, и она открывается. Нажав на G-код, вы можете посмотреть, в каком месте и какое действие он выполняет. То есть, нажимаем на какой-то G-код. Вот, например, G0Z25. То есть мы видим, в каком месте, что он будет делать. То есть он поднимается на высоту 25 мм. Выбрав траекторию на визуализации, программа покажет код, который отвечает за эту траекторию. Значит, на визуализации. Вот мы выбираем. И вот нам показывается код Y-283. Можно посмотреть границы. Это области, в которой будет передвигаться ваш инструмент. Вот мы заходим в границы. Мы здесь видим границу. Можно ее отобразить. Вот она отображается. Также мы можем видеть нулевую точку. Вот она. Значит, стрелками вверх-вниз можно поэтапно просматривать ваш G-код. Ну, естественно, ссылку на программу вы можете найти в описании. Я только начинаю развивать свой канал и прошу поддержать меня, нажав подписаться. Всем спасибо за просмотр.